приглашаем к нам. Абсолютно точно ребят Зареченской части города. Вот, приглашаем к нам. Ну и всех, кто пожелает, просьба обращаться в волейбольный клуб. Микрорайоне мы предполагаем, что в Новом Форке будут тренировки. В самом городе у нас есть волейбольный центр юбилейный, где проходят тренировки. Но здесь, в Заречье, мы бы очень хотели именно вот на базе этой школы, чтобы представительство волейбольного клуба и школы по волейболу было именно в этих залах.